Всем привет, с вами Рэп. Сегодня у нас танки Т-95. Если вы смотрите от видочка Шоска, обязательно смотрите полную версию. Подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, ставьте лайкочки, оставляйте комментарии. Всем приятного просмотра. Но у нас Прохоровка, на которой я не знаю, что делать на подобных танках. Я в принципе особо не знаю, что делать на Прохоровке, что чаще всего я езжу на гору. Ну что делать сейчас? Наверное, налево что ли поехать. В центре. Мне танк слишком низкий. Да еще и без башни. Чтобы что-то пытаться. Бой встречный, так что. Ой, стандартный. Не знаю. Может, встречный он еще называется. Бла-бла-бла. Так что, наверное, реально самый оптимальный вариант будет просто ехать и давить аллею. Как бы другого расклада я не вижу. Пушка гнется, там где-нибудь встать, чтобы прикрыть на лду. И эти вот два прыща на крыше. Да, это будет прям по-любому самый оптимальный вариант. Сейчас пока по аллее докатимся до середины, уже кто-нибудь да засветится. Все уже будут относительно на позициях. Так, там кто? Как это почитать-то? Чарли Мак или как? Ну ладно, не суть важно. Уже все сняли. Ну бывает и такое. Даже струльнуть не дали. Так, кто там? Там кто-то вне прострела. Все, надо ехать дальше туда. Там пиксель маленький. Наивный. Пиксель-то из такого расстояния попасть. Не, все, не успевает снаряды долететь. Попробовать мимо еще раз. Но шанс будет небольшой. Так. Да, все. Тут ловить смысла нету. Ничего. Так. Вот это вот что там за новость такая. А это Эмиль. Тогда понятно, почему такая наглость с вот его военными. Меня вот интересует, что находится вот тут. Нежели Эмиль. То Эмиля в лючок я не попаду. Там тоже то что надо выцеливать, еще и светиться перестали. Светиться не перестали, потому что сейчас стоят здесь. Замечательно. И вот что я должен делать? Пытаться ехать туда дальше. Да, вообще без вопросов, вот только если они еще засветят, меня отправят в ангар. Потому что борта у меня без брони. Еще 2-5.
Ну ладно, хоть в кого-то попали. Так, это было лишнее. Так, не пробили. Пока не уезжай. Это тоже зря. Вот что за шот не катается. Да, вот попасть бы еще, конечно. Да что такое? Понимаю, что они далеко, но. Как-то же надо попадать. Скатывается вниз. Еще вот это вот. Ляпа, которую надо убрать. И мы ее убрали. Вот сейчас прокатимся чуть вперед. Кто бы еще подсветил. Ой-ой-ой. Мы туда струлили. Он сейчас подъедем сюда. Там у нас. Там у нас тоже никто особо и не выкатывается наверх. Все, наконец-то. Еще и на каток поставили. Все, забрали. Замечательно. Так. Меня вот правда только засветили. Что не есть хорошо. Так, ну БЗ в уголок башни смысла нету пробивать. Что просто не пробьем. Так, там у нас тигр второй. Ваган. Ладно, они в принципе там должны пока сами справиться. Ага, все. Понял. Я вас понял. Не поеду туда. Там, наверное, вот в тех вот кустах тут есть. Так, Эмиль тут пытается что-то делать. Про гетто. Было бы хорошо, если вот тут вот сейчас кого-нибудь засветили. А вот тигр подбирается. Эмиля выцеливает. Чай на столбик снесли. Так, а вот это уже другой разговор. Про наш кадр. Отлично забрали. Так. Ну туда соваться даже, наверное, смысла нету. Да, может, еще успеем добрать. Бизе, да. Эмиля. Нет, не пробили его. Ну ладно. Ой, мисс Клик. Ну, тоже неплохо.
замечательно. Прям очень замечательно. Ну, пока неплохо. 1675 настреляли. Не успел выстрелить. Ну и ладно. Ну, так пацанам помогли на аллее. Прям неплохо, я думаю. Правда, мало настреляли, ну да ладно. Главное сейчас не топ-15 занять, не последнее место. Вот на топе. А то такое вполне может быть. Так, еще и медалька какая-то. Непробиваемый. А я, по-моему, вообще ни одного дамага не получил. На шестые. Тигр второй вообще 4 куска не стрелял. Прям нормально. Трипл килл. Топ-6. Замечательно. Ну, а на этом ролик подходит к концу. Всем, кто досмотрел до этого момента, огромное спасибо. Ставьте лайкочки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И если вы смотрели этот датчик, обязательно смотрите полную версию. И всем до встречи.